организации защиты активов в рамках проекта развития цивилизованного лексического обращения в Украине. У меня вопрос на телевизор. Ну, продемонстрирую вам пример женской логики, которые не всегда говорят что-то понятно. Доверие, инвестиции, финансовая система, акциз, фиксия. Микрофон. Значит, пример. Доверие, инвестиции, финансовая система, акциз, векселя. Вопрос такой. Считаете ли вы, Дмитрий, что акциз, который введен на операции на фондовом рынке, на ценными бумагами, к векселям не должен применяться? Вот почему. Во-первых, вексель является таким инструментом, который может в условиях кризиса расшить дебиторскую задолженность. Она в последние годы у нас значительно превышает валовый продукт. В 2009 году это было 33% сверхвалового продукта, в 2010 – 27%, в 2011 – 15%. Это тот ресурс финансовый, который у нас не используется. Векселя эту систему расшивают. Кроме того, перенесение акциза с торговых операций на расчетные операции практически остановило вексельные расчеты в стране.